Кто автор эмблемы мира «Белой голубки»? Где находится Казахский залив? Какую мужскую роль сыграла Сара Бернар? Интеллектуальная игра «Байтерек» дарит своим участникам и зрителям отличное настроение. В эфире вторая отборочная игра июля. Команды «Казах-трио», «Сталкер», «Солнышко» встретятся в борьбе за право выхода в финальную игру месяца. Не пропустите! В субботу в 18:00 интеллектуальное шоу «Байтерек».